Ремонт в Национальной библиотеке Бурятии вышел на финальную стадию. В главном корпусе завершается покраска и монтаж дверей и начинается установка оборудования. Нас радует система, новая система, это система телелифта, которая обеспечивает доступность наших фондов. То есть из любого зала книгохранения в любой зал обслуживающих пользователей можно достаточно быстро получить заказываемую книгу. Небольшой исторический экскурс. Проект библиотеки был создан в 2008 году. В 2014 было завершено строительство блока Г. Комплекс конференц-залов и помещений для крупных мероприятий. Но основной этап реконструкции стартовал в 2017 году. Именно тогда началось строительство двухуровневого книгохранилища и пятиэтажной башни. А историческое здание 1967 года строительства начали реконструировать в 2020 году. Это здание было построено по старым нормам в советские времена. Его пришлось приводить в соответствие с нынешними нормами. Произошли усиления. Конструкции колонны, ригеля, перекрытия усиливали. И в том же смысле надо было рассчитать проектировщикам так, чтобы на вот эти конструкции минимальная нагрузка пошла. Библиотека давит на грунт с той же нагрузкой, как и завод с такой же площадью. Ведь книги и стеллажи очень тяжелые. И больше всего их будет в книгохранилище, в сердце библиотеки. Национальная библиотека располагает уникальным фондом свыше миллиона экземпляров. И большая его часть будет храниться именно здесь. Теперь в книгохранилище есть все условия для безопасного хранения. Оно защищено и от землетрясений, и от пожаров, и от потопов. А экономное и продуманное размещение стеллажей и легкость в обращении с ними упростят библиотекарям поиск нужной книги и доставку ее читателю. В библиотеке появились и другие способы облегчить жизнь и читателям, и библиотекарям. Кроме того, у нас есть система организации электронной документовыдачи на сегодня. Да? То есть это обеспечит более быстрое обслуживание наших пользователей. В реконструируемом комплексе у нас будет система, я называю ее «Бэби-бокс для книг». Это система, которая позволит нашим читателям в любое время, независимо от того, работает библиотека или не работает библиотека, прийти и сдать книгу без участия библиотекаря, воспользовавшись только своим электронным читательским билетом. Для того, чтобы читатель взял на себя книгу, он должен обязательно иметь читательский билет. Чтобы оформить книгу на станции книговозврата, сначала мы нажимаем кнопку «Выдача». Далее мы прикладываем читательский билет на станцию. Станция видит фамилию, имя, отчество читателя. Далее мы ложим книгу на станцию. Он ее записывает. Обязательно должна быть зеленая галочка, что книга записана. Далее мы нажимаем «Да» с квитанцией. Читатель получает вот такой чек. Здесь написано фамилия, имя, отчество читателя, когда выдано и какая книга конкретно. Готовность объекта 90%. Реконструкцию проводит ООО «Бурятпроект Реставрация». На реконструкцию здания было выделено свыше 600 миллионов рублей. Из них 205 миллионов именно на оборудование. Алексей Унагаев, Софья Евдокимова, Бато Гармын. Специально для программы «Вместе». Телеканал «Мир Байкал».